Рынок Поднебесной откроется для казахстанской сельхозпродукции, если аграрии объединятся в кооперативы. Так считают в Нацпалате предпринимателей Атамекен. Там рекомендуют бизнесменам строго следить за качеством своей продукции и упаковывать ее по мировым стандартам. Перспективы экспорта в Китай сегодня обсуждали в ходе брифинга в НПП. По ее данным, доля продукции из нашей страны в Поднебесной составляет всего 0,1%. А в Атамекен намерены изменить эту ситуацию. Для этого на сайте ассоциации и в социальной сети Facebook создан отдельный раздел «Экспортируй в Китай». Также там заверили, что устранят проблемы с логистикой. Уже создана специальная рабочая группа, ее возглавляет первый вице-премьер. В рамках этой рабочей группы мы прямо пошагово будем смотреть, где у нас узкие места, где у нас там создаются пробки, где нужно упростить все эти процедуры, особенно таможенные, для того, чтобы эту продукцию поставлять. То есть впереди еще предстоит большая работа, но мы прямо с предпринимателями пошагово хотим пройтись и посмотреть,